Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir, второй сервер, все как всегда. И сегодня мы будем проводить с вами эксперимент, что же все-таки выгоднее, электричка или бензовоз. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика, если вы хотите поиграть на этом сервере, то при регистрации вводите мой промокод, который находится в описании ролика, и при получении третьего уровня получите 20 тысяч долларов на свой баланс. А мы, собственно, приехали на БУ, чтобы купить реквизит для данного ролика. 108 тысяч, покупаем. Ой, пацаны, первое Тесла. Просто интересно, давайте сразу поедем в тюнинг, посмотрим, что на нее можно подцепить и почем. Спавни нашу Теслу, офигеть, на тонере. Садимся. А я хотел сказать, что это три педали. Ой, вы звук слышали? Аккумулятор появился, нитро. Офигеть. Давайте сразу мы выкатаем весь бензин, хотел сказать, все электричество. И я вам позже расскажу, для чего я ее купил. Давайте посмотрим по запчастям. Хотя зачем? Давайте посмотрим реально, сколько стоит улучшенный двигатель здесь. Получается, усиленная батарея и прошивка 40 тысяч. Я думал, улучшает характеристики. Максимальная скорость 390. А без нее? А без нее мы поедем в автосалон и, конечно же, посмотрим. Так, пока мы доедем к электрозаправке. Кстати, посмотрите, здесь уже панорамная крыша. Офигеть. Давайте мы посмотрим, что от первого лица. Кстати, нормальная тачка, которая... Настроен вид от первого лица. Что там, какая-то кнопочка светится, без понятия. Планшет, на планшете явно... Модель S, да. Что сверху она как-то по-другому выглядит. Плюс еще где-то мы едем. 270 километров запас ходу. Full батарея. Круиз на 43 километрах. Ага, 45 ограничений где-то в Америке. По знакам вижу. Вот, ну и чё, так нормальная такая. Кстати, я же даже не заметил, какая здесь заправка. Это по типу суперчарджера, как в Америке. Но мы же в Америке, Эван. А, ну да, точно. Вот, так, ага. А, запустилась на пару сек. А можно канистру? Не, нельзя канистру. Жалко. А реально вот, немножечко появилась бензинчику. Чё, сама зарядилась или от рекуперации? Ага, то есть мы будем выбирать... А, не, мы не будем выбирать. Один... процент 25 долларов, то есть 100% это 2500. Нифига, а почему так дорого? И заправка 100 секунд, это что у нас получается? Почти 2 минуты. Собственно, 100% 2500. Окончить зарядку, все. Запускаем двигатель, все, full заряд. Сотый бензин. Расход топлива большой. Большой, а у Хуракана... А у i8 маленький, а у Хуракана... Средний. А у кого большой? Макларена. О, сейчас на Макларене проверим. У меня как раз он есть. Ты понимаешь, блядь, она на электричестве ездит. Алло. Ну да, типа она на электричестве, топливный бак 100 литров. 360 на сотом, но у меня стоит улучшенная батарея, поэтому у меня 390. А, и двигатель. Собственно, я так и не рассказал, что это за план. Вот есть большая карта, так, ага. Есть большая карта GTA San Andreas. Что мы будем делать? Мне стало интересно, что же больше сожрет тачка? Электричество, ну, для Теслы, либо бензина, на чем выгоднее ездить. Поэтому мы сделаем большой круг, вот так поедем по этой дороге вниз, 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 объедем весь Лос-Андес, потом поедем возле дрифт-трассы, возле Челиада, поедем возле моих домов в СФ, возле вот этого хребта, потом поедем на большой мост в СФ красный, потом по верху Лас-Вентураса, по селам, по заброшенному аэропорту. Вот так объедем. И здесь мы не будем ехать по железнодорожному переезду, потому что он вроде как закрыт. Мы просто поедем по дороге. Здесь свернем налево, здесь налево, вот так, по дороге. И вернемся на заправку. И посмотрим, сколько литров он зажрал за это все время. Также засечем время, это чисто для меня, и количество километров. Также забыл добавить, что эксперимент будет проводиться ровно на 4 автомобилях. Почему? Первое, это будет Тесла, которая выступает в роли электрички. И 3 иных автомобиля. Это i8 с маленьким расходом топлива. Это Хуракан с средним расходом топлива. И Макларен с большим расходом топлива. Также на всех автомобилях залит full банк 95 плюса бензина. Потом начнется вся математическая суета, и в конце мы выведем итог, на чем же выгоднее ездить, на электричестве, либо на бензине, либо на какой тачке. Поэтому на экране вы сейчас увидите 4 разных заезда на 4 разных автомобилях одновременно, чтобы вы понимали, как я проезжал трассу. Конечно, все уже будет в ускоренном режиме, чтобы не тратить ваше время. Приятного просмотра. Раз, два, три, полетели.
Итак, пацаны, вы дождались, это конец ролика, и сейчас будет вся статистическая суета, вот это я сказал, конечно. Что же все-таки выгоднее, электро или бенз? Значит, Теслу мы заправили за 2500 долларов, это баг 100%. После проезда одного круга у нее осталось 14%. Один круг занимает ровно 27 километров и где-то 6-6,5 минут. При этом всем у нас Тесле была максималка 391 км в час. И сожрала она всего лишь 14%. Стоит она 108 тысяч СБУ. То есть по таким подсчетам можно определить, что Тесла на фулл заряде, на фулл баке может проехать 192 плюс-минус километра. Это 7 кругов по карте San Andreas. Дальше идет McLaren, который стоит в 3 раза дороже, а то и больше, а то можно сказать и в 4 дороже Теслы. Он сожрал всего лишь 13 литров, проехал тех же 27 километров. Максималка у него 423, что на 30 километров в час больше. Напоминаю, что бензин у нас 95+. И проехать он максимум может 166 километров, то есть 6 кругов по Сан-Андреасу. Дальше идет Хуракан с средним расходом топлива, который израсходовал 11 литров всего. То есть всего у его запаса бака 80 литров, на Макларене тоже, кстати, 80 литров было. На Хуракане 80 литров хватает на 196 километров, что на 30 километров больше, чем в Макларена, и на 4 километра больше, чем в Теслы. Это хватает на 7 кругов, чтобы объехать карту San Andreas. И, можно сказать, самая выгодная тачка — это BMW i8, которую мы заправили всего лишь на 900 долларов, Хуракан на 1200, Макларен на 1200, Тесла на 2500, i8 всего лишь на 90 баксов, но у нее бак 60 литров. Всего она за круг использовала 4,6 литра. Ну окей, давайте 5. Выходит так, что она может проехать на фулл баке 365 километров с максималкой 348 километров в час. Хуракана 403, Макларена 423, и в Тесле 390. Это, конечно, самый медленный автомобиль, потому что он медленнее на 40, на 50, на 70 километров в час. Но она может приехать на фулл баке 365 километров, то есть 13 кругов. То есть она может приехать в 2 раза больше расстояния, чем Тесла, хотя стоит столько же, но едет на 50 километров меньше. Но это если считать улучшенную Теслу с улучшенной батареей. Если нет, тогда у нее просто на 95-м плюсе максималка 348, а у Теслы будет 360. Выходит, какой расход? В Теслы 1 километр стоит 13 долларов, в Макларена 1 километр стоит 7 долларов, в Хуракан 1 километр стоит 6 долларов, а в i8 1 километр стоит всего лишь 2,5 доллара. Это при учете 95-го бензина плюс. А если еще залить 92-й на все эти тачки, то расход вообще будет мизерный. Как мы поняли с ролика, ездить на электричестве не особо выгодно, во-первых. А во-вторых, средний и большой расход отличается на 1-3 литра, не более. А вот средний и маленький расход отличается уже хорошо. Я надеюсь, этот ролик тебе был чем-то интересен, чем-то полезен. Поставь лайкос, если это так, помоги продвинуть этот ролик в топ, ведь я над ним очень сильно старался. Также напиши в комментарии, на чем ты ездишь на Redmir MTA. Также не забывай про подписку, ведь здесь выходит очень много крутого, познавательного, интересного и веселого контента. Нажимай колокольчик, чтобы смотреть мои ролики всегда первыми. Ну а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.